Баскунчак – соленое озеро площадью около 115 квадратных километров. Находится оно в Астраханской области, в Ахтубинском районе, 198 километрах восточнее Волгограда, у границы с Казахстаном. Озеро является самым низким в России, 21 метр ниже уровня моря. Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на 1000 метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. Питание озера в основном происходит за счет источников, которые впадают в него, принося в течение суток в озеро более 2500 тонн соли. Глубина залегания соли достигает 6 километров. В результате добычи соли образовались выломы глубиной до 8 метров. Ропа в озере на 37% насыщена солью. В ней обитают только бактерии, которые выносят соль. На озере Баскунчак люди стали добывать соль еще в 8 веке и отправляли ее по шелковому пути. На удивительные соляные пейзажи можно полюбоваться с вершины Багдо, единственной горы в Прикаспийской низменности, которая некогда была морским дном. Туристы до сих пор нередко находят там окаменевшие останки водорослей и древних моллюсков. В 1997 году природный комплекс был объявлен Багдинско-Баскунчанским заповедником. В сегодняшний день чрезвычайно чистая соль озера составляет до 80% от общей добычи соли в России. Каждый год, в зависимости от потребности, здесь добывают от 1,5 до 5 миллионов тонн соли.